у нас... Смотрите, я знаю, что там унесли всё. Конечно, это было я. Нет. Привет! Вот и вышло новое обновление по Альбиону «Рассвет Авалона». И как вы поняли, сегодня мы поговорим о проклятых подземельях и только о них. Пути Авалона и прочее мы рассмотрим, может быть, в следующих видео. Как только я зашел в игру, я сразу же пошел проходить проклятые подземелья и смотреть, что меня там ждет. Иду в своем стандартном боевом луке, только вместо обратки взял себе шлем хранителя, так как обратку понерфили. Забегу немного вперед и скажу, что я в шоке, откуда повылазили арбалеты и ворвались в мету. Также еще пару слов сразу скажу о накоплении рейтинга в этих соло-подземельях. А именно, она вроде как сбалансирована, то есть чем больше у тебя очков, тем больше ты потеряешь при смерти от низкорейтингового игрока. Поэтому все те, кто хочет гнаться за рейтингом, могут также быстро его слить, как и набрали. А сейчас перейдем к тому, что меня ожидало в этих подземельях. Самый первый мой противник — это парные мечи. Начинаю в него разряжаться, он отдает вэшку, и я попадаю всеми своими скиллами, что дает мне нереальное преимущество. Все мои атакующие скиллы в откате, а он жмет все свои сейвы. То есть это куртка клирика, зелье гиганта. В ответ на его сейвы я отдаю свой сейв, это шлем хранителя. При этом инвиз я еще не юзал. Вот только сейчас его заюзал, чтобы у меня откатились скиллы. Сижу в инвизе как можно дольше, чтобы Ешка на порядок больше надамажила. А вот Кьюшкой я бью в обратку. Теперь его очередь разряжаться в меня, но у меня срабатывает плащ нежити, поэтому это дает мне шанс. Тут была такая двойная ситуация, по идее я его мог под сапогами из инвиза убить, но я боялся, что у меня будет слишком сильно порезан урон из-за плаща. Тем не менее, на его развороте я просто даю вэшку и убиваю его. Во втором данже ко мне зашел легкий арбалет. Довольно уверенно в самом начале встретил его ешкой. В ответ он кидает свою ешку, которая взрывается и почти не наносит урона. Тут я понимаю, что его смело можно преследовать, потому что позади него мобы, а у меня все скиллы уже почти откатились. Летучие мыши неплохо так его подстопили. Тут он допустил ошибку, он убил летучую мышь, чем позволил мне кинуть стрелу. Арбалет нажимает эликсир здоровья и начинает отбрасываться скиллами. Я просто ухожу в инвиз. Он зачем-то отдает обратку и, понимая, что происходит, начинает убегать. Но тут я его останавливаю своей комбинацией и добиваю. Третий по счету данж, только теперь меня перекидывает к противнику, который оказался самострелами. Это была дикая драка, сейчас вы сами все увидите. Сейчас мы оба осторожно играем и пытаемся не лезть на рожон. В принципе, меня устраивала такая позиция, но он решил ринуться в атаку. На его давление я прожимаю шлем хранителя и останавливаю его вэшкой. Этого хватает, чтобы привести его в чувство, и теперь преследование начинаю я. Весьма удачно начинаю давить, попадаю стрелой. На развороте он пытается отстреляться. И тут я делаю критическую ошибку, я ухожу в инвиз, тем самым позволяя ему кинуть на меня ешку. Из-за этой ошибки я потерял много хп и еще плащ нежити. Во время инвиза я не мог от него убежать по прямой, поэтому я зашел ему за спину, потому что дальше были мобы. А тем временем эликсир здоровья неплохо отхилил меня. Я же провожу удачную комбинацию из трех скиллов. Весьма вовремя у меня откатывается шлем хранителя, что позволяет мне вернуть мое преимущество. Поэтому я начинаю гнаться за ним, не перегибая палку, чтобы какой-нибудь шальной скилл не залетел мне на все хп. Промахиваясь своими скиллами, на развороте арбалет дает мне свою ешку. И почти убивает, у меня остается меньше 100 хп. Мне ничего не остается делать, кроме как убегать. Все мои сейвы оказываются в КД, и мне приходится откидываться хоть чем-то, чтобы он меня не догнал. Когда у него откатывается бег, он нажимает его, я усиленно жму на шлем хранителя, у меня получается отхилиться, удачно стоплю его вэшкой и удается разорвать дистанцию. Тут уже у меня откатывается бег, я его нажимаю и неожиданно хотел развернуться и вкинуть в него две стрелы, но попадает только Кьюшка. Последний сейв, который у меня был, это инвиз. Если я с него не убиваю, то я умираю. Но мне везет, и с луча света я его добиваю. В этом подземелье оказалось копье, я очень долго гонялся за ним, поэтому переставил вэшку на прыжок. На чем он меня и подловил, у меня не было много дамага, чтобы передамажить его от хил, поэтому я просто сам уже начал убегать. Да, это была моя ошибка, после этого боя я многое переосмыслил и понял, что пора менять билд. Для этого я одену обычный одиночный лук, шлем хранителя, мантия клирика и сапоги гиганта, а также плащ мартлока. Довольно живучий билд, уже проверенный временем. Но при этом я также буду пробовать боевой лук в проклятых подземельях. А теперь я вам представляю одиночный лук в моем исполнении. Меня кидают сразу в данж к противнику, и тут меня встречают когти. Я удивился.
Я начинаю разряжаться Ешкой и Вэшкой, он дает меня свою Ешку. Но, к сожалению, он ничего не жмет из сейвов, и я тоже не жму. Бой получился довольно быстрым и коротким. Как только я прилетел в данж от когтей, ко мне тут же заходит топор и появляется прямо возле меня. Я понимаю, что сейчас у него идет кулдаун скиллов, поэтому знаю, что мне надо напасть первым. Но он под щитом, и как только у него сбрасывается щит, он решает пойти в атаку. Я рассматривал проклятые подземелья с точки зрения фарма, то есть это не PvP, а только PvE. И топор, который против меня сейчас дерется, рассчитан на PvE. Поэтому я немного удивился, что он зашел ко мне в данж, то есть он специально искал другой данж, чтобы убить игрока на этом топоре. Это было весьма опрометчиво, но этот топор довольно-таки неплох, если успевать разбивать кристаллы у себя в данже, потому что скорости у него хватает. Такой топор имеет место быть, только если не заходить к другим игрокам в данже. Драка с парными мечами, у которого чародейка. Мою Ешку надо было нажимать раньше, но я протупил и нажал ее только во время драки, при этом я ее потерял об чародейку, и мне приходится 20 секунд ждать новую. Также нужно было поменять скилл на сапогах, но тем не менее, он меня добивает с помощью Ешки. Следующий бой с курсой я просто дал мантию клирика неправильно, поэтому отъехал. Итак, следующий бой с легким арбалетом, который попадается очень часто в этих подземельях. Просев на мобах, он воспользовался моментом и надамажил меня, мне пришлось немного отступить. Но вот у меня уже полный хп, я разворачиваюсь, чтобы драться. Я начинаю атаку первый, он дает Ешку и сапоги гиганта. В ответ я нажимаю мантию клирика и блочу половину его урона. Отдав все свои скиллы, арбалет начинает убегать, я начинаю преследовать. Но он разворачивается драться и дает мантию клирика, в ответ я даю сапоги хранителя. У нас с ним начинается перестрелка. Также он нажимает эликсир здоровья. Я уже иду просто в атаку, надеясь добить его, но у него скиллы откатываются быстрее, он кидает меня бомбу, и полностью разрядившись, у него почти получается меня убить, у меня срабатывает плащ Мартлока, и я его добиваю. Меня закидывают к очередному противнику, и им оказались парные кинжалы. Плохо начинаю драку и становлюсь под ауешку моба, мне приходится отдавать шлем хранителя. Начинаю разряжаться в противника, в свою очередь он начинает контратаковать. Прыгает на меня с обраткой, я даю сапоги хранителя. Успевает разрядиться до мантии клирика, тем не менее я ее прожимаю и юзаю банку на хп. С повышенным уроном из инвиза он прыгает на меня. Как можно больше стараюсь настакать через Ешку, у меня срабатывает плащ Мартлока, который мне помогает добить его. Выжив при этом на 22 хп. В следующем подземелье меня переносит в невыгодное положение, поэтому я выхожу из мобов, но против меня попадается топор. Как уже известно, топор нажимает все скиллы сразу, чтобы надамажить как можно больше за меньшее количество времени. Но при этом он кидает банку яда после своего прокаста. Поэтому без особых проблем забираю его. Новое подземелье, новый противник. Против меня клеймор с чародейкой. Как вы можете заметить по моим бафам, Ешку я нажал заранее, поэтому он отдает чародейку, у меня слетает Ешка. Я жду, пока его чародейка пройдет, и вешаю Ешку на себя заново. Переждав его нападение в сапогах хранителя, начинаю просаживать его по хп. Очень удачная мантия клирика не оставляет ему шансов. А сейчас против меня кровопуск. Сначала мне пришлось за ним побегать. Наконец он решил развернуться и принять бой. До этого мы уже разменялись с сейвами, поэтому сейчас мы вступаем в бой только на боевых умениях. Моя задача просто стоять на месте и как можно больше совершить ударов. Он понимает, что не вывозит драку и пытается убежать, но, к сожалению, для него у него ничего не получается. В заключение я хочу сказать, что я очень рад новому обновлению. Проклятые подземелья зашли на ура. Но не будем делать поспешных выводов и будем смотреть, что будет происходить дальше. Спасибо, что посмотрели ролик полностью. А теперь я с вами прощаюсь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До следующих видео. Пока.